После окрашивания наша кукла станет жестче. Мы ее берем в ручки и хорошенько разминаем, особенно конечности, чтобы они хорошенько сгибались, разгибались. Там, где нет набивки, особенно хорошо разминаем. Петельку пока не удаляем, она нам понадобится. А теперь будем оживлять нашу куклу. Нарисуем ей личико. Берем простой карандаш, остро заточенный. Приготовим рядом с собой стерочку, потому что если что-то надо подтереть, мы стираем обычной стеркой, только обязательно чистой. И рисуем. Я рисую глазки, ну, достаточно примитивно, рисую веки и круглые глаза. Стараемся, чтобы было симметрично, но не всегда так получается. Реснички, бровки. Дальше я рисую ротик, ну, чисто символично, и носик. Вот такое личико получилось. Нарисуем наши куколки и сердечко. А еще нарисуем линии, по которым мы будем рисовать ботиночки. У меня кукла будет еще и в носочках, кольфиках, поэтому я сделала разметки еще и для них, чуть ниже колен. Личико можно раскрасить акриловыми красками, а можно и вышить. Я всегда вышиваю. Глазки, сами глазки, мы вышиваем двойной ниточкой, то есть в две нитки. Вышиваем простой гладью, то есть вводим иголку туда-сюда, туда-сюда, пока не вышится весь глазик, то есть вот это вот весь кружочек. Мы вышиваем сначала один глаз. Выводим иголочку во второй глазик и начинаем вышивать второй глаз. Все точно так же. Здесь у меня, конечно, убыстренная съемка, но не все так быстро получается. Если куклу шьет ребенок, конечно, наверное, будет проще нарисовать акриловыми красками глазки. Ну, то есть просто раскрасить то, что мы нарисовали. Выводим иголочку на затылке где-нибудь. Здесь совершенно не обязательно прятать на самом деле узелок. Я, конечно же, это попробовала сделать, но в две нитки часто не получается так, потому что у нас такая шкурка у куклы, голова плотная. Вот здесь вот мне не спрятался узелок, но в следующий раз спрячется. Так, дальше мы будем вышивать реснички. Реснички вышиваем в одну ниточку. И вот здесь вот, например, у меня получилось спрятать узелок. То есть мы подтащили, и узелок у нас спрятался на затылочке. Но это совершенно не обязательно, потому что там будут волосы, и мы в конце концов спрячем все узелки. Веки мы вышиваем обычным швом назад иголку. Сначала один глаз. И потом плавно переходим ко второму глазу, делаем протяжку там сзади и начинаем вышивать второе веко. Ну вот глазки у меня так нарисованы, может быть, у кого-то глаза нарисованы по-другому, значит, и вышивка будет по-другому. Я показываю, как это делаю я. Бровки, здесь вы можете и бровки вышить, если вы хотите, чтобы они у вас были черного цвета. Я брови буду вышивать другой ниткой, коричневой, поэтому брови я здесь не вышиваю. Переходим к ресничкам. Реснички просто стежочками обычными вышиваем. То есть просто по нашим намеченным рисуночкам вышиваем реснички. Сначала на одном глазике, потом на другом. Нитку мы заводим, опять же, выводим окончательно на затылке. И можно попробовать ее спрятать. Опять завязываем узелок, делаем протяжку, натягиваем, узелок здесь спрятался. Отлично. Теперь берем нить коричневого цвета и в одну нить вышиваем брови и носик. Брови делаем одним стежком, то есть одна бровка, один стежок. На бровку стежок подлиннее, а на носик совсем-совсем коротенький стежок. И выводим во вторую бровку, и дальше уже мы выводим на затылок. Ну и, как всегда, делаем узелок. Красной нитью в две нитки мы вышиваем рот.
Можно даже взять и коричневую нитку. Здесь, я думаю, что не сильно принципиально. Ротик я вышиваю таким образом. Я делаю два стежка швом назад иголку. Ну, вот именно по нарисованной нашей линии. То есть она немножечко изгибается, ну, значит, вот так вот галочкой можно вышить. Далее вывожу в один уголок. И буквально два стежка к противоположному уголочку надо сделать. То есть один раз и еще раз. То есть туда-сюда проходимся пару раз. Вот такой вот у нас ротик маленький получился. Кому нужно ротик побольше, улыбающийся, пожалуйста, рисуйте, вышивайте. Можно просто швом назад иголку вышить ротик. И, как всегда, нитку выводим на затылок. Оживим глазки бликами. Их можно нарисовать акриловой краской. Это проще, конечно, намного, буквально по капельке краски. Но можно и вышить. Я вышивала в две нитки. Аккуратно так сначала в один глаз выводим и делаем один единственный стежочек. Только надо ниточки подтянуть одинаково. И выводим дальше во второй глаз и делаем там точно такой же блик. То есть они должны быть симметричны. И опять же все выводим на затылке, прячем ниточки. Вот такие вот глазки получились. Очередь сердечко. Вышиваем сердечко в две нитки швом назад иголка. Просто обшиваем сердечко. Если кому-то нравится вышивать гладью, конечно, вы можете вышить сердечко гладью. Так у нас куколка получится как бы живая. Сердечко это мы не увидим, оно будет под платьем. Платье у нас будет у этой куколки неснимаемое. И поэтому все будет закрыто. Но сердечко, оно должно быть, мне кажется, оно оживляет нашу куклу, делает ее душевной, теплой. Настоящий. Прячем узелок в теле, отрезаем ниточку и любуемся нашей куколкой. А дальше будем продолжать. Теперь займемся ножками куклы. Раскрасим ботиночки и гольфы. Возьмем белую акриловую краску. Конечно же, лучше, если она будет для ткани, но подойдет и просто акриловая. И раскрашиваем по нашим меткам гольфы. Они вообще у меня будут полосатые, но основа будет белая. Поэтому раскрашиваем белой краской. Аккуратно покрываем белой краской ножку от метки до метки. Сначала на одной ножке это проделываем, а потом переходим ко второй. Стараемся не испачкать ножки друг об друга. И, конечно же, после того, как мы закрасим ножки, вот здесь вот гольфы на ножках, а нам нужно, чтобы краска высохла. Для этого надо не очень много времени, но, тем не менее, надо какое-то время подождать. После этого на гольфах можно нарисовать полосочки. Берем цвета краски, смешиваем их, чтобы получить нужный нам оттенок, и рисуем этим цветом полосочки. У меня это такой цвет пожухлой листвы, такой вот желтый, но не ярко-желтый. Я смешивала желтую краску и коричневую, и, по-моему, добавляла чуть-чуть еще красный. И рисуем полосочки. Конечно же, здесь лучше, наверное, взять тоненькую кисточку. Но полосочки тоже могут быть разные. Они могут быть и широкие, могут быть очень тоненькие. Кому как нравится. У меня здесь получилось 4 желтых полосочки на белом фоне. Сначала работаем с одной ножкой, а потом переходим ко второй и подвешиваем куколку сушиться. Теперь смешиваем краску для получения нужного оттенка для того, чтобы нарисовать ботиночки. Конечно, желательно продумать заранее цветовую гамму куколки, чтобы здесь уже с цветами определиться.
Ну вот я предполагаю, что цвет сумочки у меня будет зеленый, поэтому я остановилась на вот таком цвете. Закрашиваем ботиночек на одной ножке и потом закрашиваем на другой. После этого мы также подвешиваем куколку для того, чтобы акриловая краска полностью высохла. Акриловая краска полностью высыхает за 24 часа, но липнуть перестает гораздо раньше. Теперь можно сделать кукле легкий макияж, то есть затонировать ее, например, масляной краской. Вы можете по желанию пропустить этот этап. У меня коричневая краска, Марс светло-коричневый, темно-коричневый, простите. Берем кисточку и вытираем, то есть макаем в краску и вытираем ее бумагу до тех пор, пока почти что никаких следов не останется. И тогда мы этой кисточкой начинаем тонировать, то есть обводим все те места, которые мы вышивали. Веки, реснички, бровки, носик и губы. Немножечко можно затонировать еще и под глазками. Ну, скажем так, это словно макияж у куклы. Немножечко кукла с таким личиком, с тонированным, она, мне кажется, смотрится живее. Но опять же, это по желанию. Здесь это все на ваше усмотрение. Если вы не хотите этого делать, не делайте. У вас будет куколка с чистым личиком. Не бойтесь наносить краску, спонжиком всегда можно все подправить. Масляная краска высыхает в течение 24 часов, поэтому здесь можно долго что-либо подправлять. Также мы румяним куколку нашу, румяним светло-красной краской. Берем для этого совершенно другую кисточку, у меня это две разные кисточки, не смешиваются они. И почти что вот, почти бледный такой вот бледным цветом мы именно румяним куколку. Видите, на теле куклы остаются следы, хотя на бумаге почти никаких следов не было. Мы румяним куколку, рисуем ей щечки, она у нас такая румяная получается. Чем хороша масляная краска? Это, конечно же, можно сделать обычным карандашом или румянами, но чем хороша масляная краска, она остается. То есть, если вы постираете куколку, то масляная краска останется на теле. Так, ну и сверху я все-таки немного румян нанесла. Просто старые румяна свои достала, ну там почти уже ничего не осталось. Мне нравится блеск, и чуть-чуть блестяшек добавилось на личико куклы. Вот что у нас получилось. Конечно же, можно затонировать и ботиночки. Я чуть позже это сделала. Вот такая куколка у нас получилась на данном этапе.